Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Продолжаем проходить Gridfall. Хотя у нас тут задание становится все страннее и страннее. Так, что у нас тут? Штурм того, штурм всего. Давайте мы поговорим с наместником Бурханом. Я могу туда пойти, нет? Где ближайший телепорт? Прямо передо мной. А, да. Погнали. Квест вроде как отступил пока. Резиденция Десарда. Че, серьезно? А точно это? Не надо. Да не надо. Ну ладно, ну вроде Десарда. Чего, не пошел? Эй. Переход. Не то нажал. Бывает. Так, а пока мы переходим, поведаю, почему у нас вот субботним утром именно Gridfall, хотя я собирался в Оазис. Оазис обновился, собака такая. И наш сервер, на котором мы обитали, ушел, похоже, под перезагрузку, под это вот палящее солнце и так далее. В общем, походу там все умерли. Я что, в резиденцию Десарда попал? Хрен туда попал. Нет, серьезно. Я хочу резиденцию. Я могу? Да? О, норм. Тебе там удобно на перилах-то? Соответственно, мы начнем заново. Увы и ах, откуда деваться. А кому сейчас легко? Благо, мы не очень далеко ушли. Но записывать еще раз строительство базового кораблика я, пожалуй, не буду. Поэтому Gridfall. А потом еще Ровер Механик будет. А потом будет стрим. И еще стрим. Как-то так. Ну, я записываю это в пятницу вечером, поэтому я еще не знаю, у меня получится со стримом. Стрит будет по World War Z, который в EGS раздают бесплатно. Кому нравится, спешите. Лорд Десарде. I've been hoping you would come. Господин Десарде, как хорошо, что вы пришли. Милорд, я слышал о нападениях на Хикмен. Мы расходимся во взглядах, но вы всегда оказывали нам поддержку. Уверяю, если бы не наше отчаянное положение, не стал бы вас беспокоить. Я слушаю. На нас постоянно нападают звери. Они штурмуют наше укрепление днем и ночью. Интересно, как я прошел. Они даже не уклоняются от ударов, просто идут стая за стаей. Наши лучшие солдаты падают от усталости. Мы несем огромные потери. Пожалуйста, придумайте, как остановить зверей. Если они прорвут нашу оборону, сожрут всех в Хикмете. Я отправил небольшую группу следопытов, чтобы они понаблюдали за зверьми. Последнее донесение пришло с территории, которую удерживают дикари. Скорее всего, они стоят за нападением. Кому еще могут подчиняться все эти звери? Где расположена территория? Увы, таких сведений у меня нет. Поговорите с их командиром. Она вас направит. Блин, как она. Ее отряд размещен на заставе на входе в город. Хорошо, займусь ним немедленно. Прошу вас, держите меня в курсе. Неизвестность сводит меня с ума. Да ничем больше не хотели. Я вообще бы хотел уже квест закончить главный. А не решать ваши проблемы. Звери, ну чего, они бесконечные, что ли? Ладно, погнали. Игра вот она какая-то такая размытая. Она вот... Без четких границ, без... Без четких путей, она аморфная какая-то вот. Ну вроде есть крафт. А вроде и не надо. Ну вроде он валяется лут. А вроде нахрен он мне уперся. Такое вот какое-то оно все. А вроде есть квесты. А вот они закончились, и я с дикими зверями разбираюсь. А мне главным заниматься. А там на материке же чума, мрак. А я вот зверей диких куда-то деваю, видимо.
Ой, в общем, какое-то оно такое странное. Да как, черт возьми, в этом поганом городишке можно пройти хоть куда-то? Кстати, хоть куда мне? А мне хоть на улицу. Ладно. Истинно восточный город, вот он такая же задница с тем, чтобы куда-то пройти. В улочках черт ногу сломит. Они про генеральный план точно не слышали. Ну, в принципе, мне кажется, все средневековые города были такие. Без генплана, вот просто от балды все. Кто как хочет, так и строит. Их забором огородили, все. За забор не строите. И, кстати, возле забора не строите, потому что там в случае штурма туда падает всякое. А, лежат, дымятся, сволочи. Я так понимаю, это злая магия с них дымит, да? Ну ладно, идем к очередной сильной и независимой. Так, это уже готовый мой лагерь. Слушайте, вы дымящийся недокопченный, хрен ли надо? Ну, конечно. Нет, ну вот нафига? Достали. Надоели. Деньги их куда-нибудь. Всех причем. Сколько я могу с этими крокодилами, сухопутными сражаться? Так, ты толстый крокодил, не ходи ко мне. Я твоим собратьям покажу. Замри. А, вот у тебя мало. Так. А что у меня так? Я же отбрасывать должен там. Нет? С задними ногами легнул. Ладно, что я... А, это вот так, да? Нет, ты серьезно, я чуть не могу блокировать? Сейчас тебя. Все, понял, ухожу. Их, не брыкаться, не брыкаться. Да, блин, дурацкая система тут. Нацеливание. Я сам иди кабан. У нас дальше. Все. Уровень 26. Апнуто. Ну, лут не такой же, как с обычных. Но навалили мне, да. Да пофиг, не буду этих собирать. Ой, в игре чем дальше проходишь, тем больше оно все пофигу становится. Вот в чем дело. Нет, не очень хорошо. Так, одно очко. Я не применяю щит просветленный, вот в чем дело. Ударная волна. Я все это не применяю. Пистолет налучен. Ладно, пофигу. Пофигу. В том-то и дело, что вот без разницы куда качаться. Потому что все это оно вот растягивается, растягивается бесконечно. А так быть не должно. Так, чучел какие-то стоят. А, вон. You managed to make it through. A group of these enraged beasts. И все-таки вы пришли. Внутри прорвалось несколько бешеных тварей. Мы их перебили. Как они смогли пробиться? Мои солдаты еле стоят на ногах. Мы отстреливали зверей, но их было слишком много. С каждым днем становится тяжелее. Думаю, опасных на дороге вас предупреждать не нужно. Собственно, об этом я хочу поговорить. Я от наместника Бурхана. Он получил нам найти пропавший отряд. А я-то думал, попросил вас помочь. Какая наивность. Ему плевать, сколько людей погибнет, защищает город. Не успел. Ну ладно. Как я уже сказал, наместник Бурхан просит, чтобы вы помогли мне отыскать следопыта. Пускай меня заставит. Я отправил разведчиков, как и было приказано. Хотя нам не хватало людей. Им было поручено найти ублюдка, который так натравливает на нас этих тварей. Это какой-нибудь колдун, не иначе. Скажите, в какую сторону они пошли. Извините, милорд, ничего я вам не скажу, пока нам не помогут. Блин, опять что-то помогать. Поймите меня, переживаю за тех, кто ушел, но больше переживаю за тех, кто остался. Их с каждым днем становится все меньше. Если застава упадет, город останется практически без защиты. Поэтому передайте начальству, если ему нужна моя помощь, пусть сначала поможет мне.
Мне еще обратно в город стоит идти? Не, ни хрена, будем давить харизмой. Я понимаю его отчаяние. Вам нужно защитить то, что кажется наиболее важным. Но моя цель не только спасти ваших солдат, но и положить конец этим нападениям. Мне поручено найти и устранить их причину. После этого помощь вам будет уже ни к чему. Вы хотите положить конец нападениям, но не можете обещаться, что у вас получится. Извините, милорд, вам придется сначала поговорить с начальством. Но я бы не хотел терять время на лишние разговоры. У нас не очень много, третий, никого не могу, но мы могли бы помочь вам. Нам ждало, должны были послать зелье и боеприпасы. До сих пор ждем. Если вы их доставите, мы хотя бы сможем подлечиться и зарядить пистолеты перед следующим нападением. Вы знаете, откуда везли эти припасы? Из нашей новой сирены. Караван должен пройти через нашу заставу еще 2 дня назад. Скорее всего, на них тоже напали. Может, хотя бы груз уцелел. Хорошо, я пройду по маршруту каравана. Вряд ли будет сложно его найти. Втроем все еще не тащите. Я отправлю с вами 2 своих солдат. Только не задерживайтесь, без припасов мы не выстоим. Мы отправляемся немедленно. Ну то есть, блин, 3 не унесут, а 5 унесут. Прям пипец, сколько они унесут 5. Намного больше, чем 3. Ох ты ж, ёкарный бабай. Так, ладно. А что мне от нее еще надо? От нее больше ничего нет. Ладно. Ну вот про это я говорю. А, опять дай, подай, принеси квесты. А, не то, вот это. Оказать помощь заставим. Эй, отслеживайся, собака страшная. Не хочет. А я настаивать буду. Это я даже не знаю, куда идти. О, есть. Так, не сюда, да? Так, погнали, губкомпания. Вот этим перемежающимся заданиями дай подай принести. Пойди собери ягод. Ты же, блин, chosen one. Ты пришел спасти континент от чумы? Нет. Пойди собери ягод. Солдаты, это вас отрядили на поиски каравана. Так, точно, вот. Опять сильно независимая. Готовы выступить сейчас? Идем. К месту назначения надо легко. Где у нас место назначения? А, слушай, недалеко. Вот по дороге с облаками сейчас дойдем, только я буду пиздец собирать. Так, 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 так. Буйвола не трогаем. Я ж, блин, всем известный работник доставки, chosen one, спаситель мира. Вот, тут проехала тяжелая повозка, скорее всего наш караван. Ну да. Или одна из тех десятков повозок, которые протоптали эту дорогу, черт возьми. Так, направо, туда. Пороемся в листьях. Да, повозка сошла с тракта, вокруг следы животных. За солдатами гнались. Ага, в 100 метрах от заставы. Они пытались уйти, свернув на узкую тропу. Пойдем по следам. Пойдем по следам. Просто мы сейчас пойдем по следам и увидим, что 3 человека размотают вот то, что уперло эти повозки просто нахрен. Вопрос. Чего солдаты этого не сделали? Что мы видим? 3 медведа-свинов. Привет, медведа-свины. Замри нафиг. Ух ты, винтовки в лоб. А, это ящерицы тебе противнее. А, вот топ собак. Они разные. Ладно, ладно, не легаться. Я парализую, успокойся. Замри пока. Что, паралич не действует? Сейчас тебе. Ладно, винчестер подействует. Союзник, топ-то куда-нибудь, а? Бежать. Так, там что у нас? Брать нафиг. Сейчас магия сожрет броню, и мы эту штуку займемся. На тебе еще раз. Отлично. А теперь ваше слово, товарищ командир. Вот. Как я говорил,
средние века огнестрельное оружие роляет. Двери еще здесь. Ну да, дохлые звери еще здесь. Что такого-то? Караван нашли. Мы что-нибудь понесем или как вообще? Никто не выжил. Всех разорвали на клочки. Зато груз не тронут. Все в целости и сохранности. Повозка сломана. На своих плечах мы вряд ли дотащим до заставы. Хотя это я тоже дотащим. Ее могу починить, но это займет какое-то время. Тогда скорее начинайте. Не ровен час сюда придет еще камень стая. Угу, придет. Где же мы еще закапывать-то будем? Ну вот, не слишком надежно, но заставу дотянет. Не будем здесь задерживаться. Телега тяжелая, тянуть будем долго. Вперед. Напасть могут в любой момент. Ну что, нам рад уже. Здравствуйте, не знаю, как вас поблагодарить. Наш груз наконец-то прибыл. Теперь заставим ничего не угрожает. У нас снова есть боеприпасы. А благодаря зельям от ран отправились уже 3 моих солдата. Вернуть припасы было нелегко, я потратил всего 3 минуты на это. Вот возьмите, немного зато чистого сердца. Спасибо, капитан. Но мне сейчас сказать, деньги уж девать некуда. Что, гудбай-то, блин? Мне квест, все такое, нет? Да. И, собственно, вот все. Сработало. И снова здравствуйте. Так и куда следопыты-то ушли? Они ушли на запад, там больше мятежников. Вы говорите вот от этих вот. Называйте как хотите. Наместник считает, что за тварями стоят они. Мы раньше пытались их найти, но теперь это вопрос жизни и смерти. Блин, как ты много говоришь. Ясно, что спасибо, капитан. Постараюсь найти ваши солдаты и прекратить нападение. Желаю удачи, если парни живы, будьте добры. Прикажите им вернуться. Обязательно. Я должен идти. Goodbye, капитан. Goodbye, Your Excellency. Ну, хоть недолго. Так, где? 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 Вот это что ли? Найти мятежников, гоните. Гоните. А, вот сюда, да? Ну, все, погнали. Так, я хоть туда повернулся, к городу, да? Нет, не к городу, в обратную сторону. Игру растягивают, продолжают ее растягивать. Она уже очень длинная игра, но ее все равно продолжают растягивать подобными квестами. Сколько можно и какого хрена вечно запуск? Ну да, конечно. Я же должен теперь этих двух буйволов запинать. Я же не просто так разрабы-то поставили. А, так надо обязательно запинать. Без этого никак. Так. А я бою не могу. А, ну ладно. Буйвол стоять. Достойно. Это то, чем я мечтал заниматься всю игру. Пинать этих бизонов, буйволов, каких-то кабанов, еще что-то такое, которые моей губ-компании на один укус. Я даже лечиться после этого великого боя эпичного не буду. А вот, пожалуйста, еще один. Мы же так давно не с кем не дрались. Нет, я не буду патрон тратить на эту хрень. А, ты не будешь меня легать, да? Ох, какое страшное. Мне интересно, я вроде как оглушаю эту хреновину. Ага. А, сейчас я заблокировал удар. Такое себе. Ну, просто на самом деле я
уже с теми всеми волками просто валяют дурака и экономят боеприпас. Потому что на выбор, либо магии, либо винтовка, их можно ушатать, даже не приближаясь. Так, что у нас? Найти разведчиков, да, сюда. Вроде как, да, Верховного Короля запинали старого, избрали нового. А квест все не кончается, черт возьми. И снова нужно выполнять мелкие задания уровня там «Пойди выгони крыс с подвала, великий герой». Так, вышли разведчики-то. Опять независимые. Кто вы? Что вы тут делаете? Это вы разведчик, которого отправил наместник. А что, незаметно? Да-да, как не особо. Мы от него. Он беспокоится. Мне поручено покончить с нападением. Вы что-нибудь нашли? И, кстати, вы знаете, что вы пропавшие? Да, лагерь мятежников. Подозревали, что он где-то здесь. Мы только сейчас на него наткнулись. Звери приходят отсюда, значит, их посылают эти дикари. А мы день за днем с ним, блин, смотрим на них. Они же поклялись нас всех уничтожить. Но, может, вы и правы, но я хочу убедиться. Их вождь моя знакомая, я с ней поговорил. Вы знали об этом лагере? Эти дикари убили десятки наших, а то и сотни. А то и тысячи, а может быть даже миллионы. Почему не сообщили наместнику? Ну, потому что я дипломат, а не разведчик. Возвращайтесь на заставу, я со всем разберусь. Офигительные у них разведчики. Они нашли, откуда приходят звери. Они сидят здесь уже столько времени, что их считают пропавшими. И если бы к ним не пришли, они продолжали бы тут сидеть. Разведчики должны быть именно такими. Так. Да, знакомое место. Погнали. Сейчас мы выясним, что разведчиков начинает насылать какой-нибудь... Ой, разведчиков. Зверей насылает какой-нибудь пятивший шаман, и мы пойдем его пинать. Хотя, возможно, нам просто скажут, что мы вам не поведаем, что... Как вы задрали, а? Стоять. Ладно, черт с вами, мне не жалко патронов, мне жалко времени уже, но все на это. Прицел переключить, да? Ага. Накрафчу еще, блин. Че вы там, закончили? Отряд был у меня что-то какой. Так. Ну, из них вроде что-то нужное выпадает. Для тех же, возможно, патронов. Вот при всей моей любви к крафту, в этой игре я в крафту вообще не заморачивался. То есть я что-то крафчу. Че крафчу? Лекарства, патроны, зелье, магичку, фиготинь. Вот именно что фиготинь. Ну так всегда бывает, когда игру тянут. Я тут недавно смотрел прохождение Doom Eternal. И там в конце надо выставить три каких-то кольца портала. Не одно, три. В разных местах базы. Собственно, одно и то же. Прийти, нажать на пульте кнопку. Но три. Почему? А потому что так в три раза дольше. Мне нужно поговорить с вами о нападениях на хищные заставы. О нападениях? В этот раз мы ни при чем. Мои люди не готовы штурмовать большой город. А это чумазая. Как ни странно, штурмуют не люди, а звери. Целая стая зверей. Так они нападают на пришельцев? Приятно слышать. Что вы имеете в виду? Мы тоже добиваемся от зверей. Они бросаются на всех без разбора, словно бешеные. Точно сумасшедший шаман. Некоторые кидаются на укрепление лагеря. Такого на моей памяти еще не случалось. Но они еще дымятся черным дымом. Нужно выяснить, почему звери взбесились, пока мы еще можем от них отбиваться. Мы? Ты хочешь, чтобы мы вам помогали? А почему бы и нет? Разве вас не беспокоит нападение? Ну да, верно. Наш хранитель, с ним что-то не так, он стал нападать на своих. Ну что, опять конопля обкурился. Зачем удавить своим хранителям мухоморы в таких количествах? Это что за панголины бешеные?
прицел, переключись, зараза. Так, ладно. Тяжелая артиллерия. Сначала крокодила. Хрен, мать у него здоровье. Надеюсь, у меня патрон не кончится раньше, чем кончится эти звери. Ладно, так, этого парализовать пока. Блин, нифига не вижу, там есть кто-нибудь. Но, хана броня, сейчас ушатаем. Отлично, следующий пошел. Броню. И бросили и убежали, посмотрите на них. Типа я сам разберусь, что ли? Иди дубины по нему стучи. Так, шаман шнели. Все, боеприпасы кончились. Допрыгался. Ох, а их еще двое. Пролезуйся. Я, пожалуй, тут стою. Ладно. Маг я или погулять решил. Пойдем. Так, там еще одно. Сначала броню. Не спешим. Не спешим. Сначала броня съесть должна. Чего на нем бросаетесь? Сейчас броня съестся, и все будет хорошо. О, теперь погнали. Так, что у нас там? Тройка. Сам не знаю, что выйду. Так. Зелье. Зелье здоровья. Противоядие, ловкости, мощи, магии. Понимаешь, тут надо быть сварить, кстати. Так, ну чё, мы всех ушатали. А, у вас хранитель ещё есть. Блин, я без патронов. У вас покрасить негде. Только вот порадовался. А, ресурсов много. Всё кончилось. Боеприпасы надо помочь накрасить. Потому что знаю их охреневших хранителей. В жизни с ними не договоришься. О, с трупа золотые монетки собрал. Современники вроде не против. Так, есть ли тут мой лагерь рядом? Ну, мягко говоря, не рядом. Но я не пойду. Я не пойду. Так. Так, шаманы, я скоро вернусь. Блин, ну как? Я не могу спуститься, я в бою. Летит к силам. Пошли. О, смола неплохая на дереве. Что, у вас, говорят, проблемы с ящерицами природки? А у нас тоже проблема с ящерицей берёвкой. Меня хвостом бьёт. Замёрзни. Так, ладно. Что-то туда же. Вот чего тут может стрелять. А пока ты не занимался, на меня тут напали. Блин, недостаточно энергии. Сейчас. Секунду. Я еще тем пробивная тень. Левый контрол. Ну ладно, я ему положил пока. Ох, все плохо. Да блин. Все, он у меня ушатал. Все батарейки кончились. Так, мы-то погибли. Так, последнее сохранение, оно где-то рядом должно быть. Неожиданно патрошки кончились. Я бы покрафтил, честно сказать. А, да, хотел покрафтить. А можно я не буду спускаться. Так, ладно. Не будем всех огреть себя. Давайте потихоньку помогать.
Стоять. Стоять. Не надо меня прыгать. Блин, как работает эта банка? Я его парализовал, он повис в воздухе. Так. А вот что на меня сбоку напало? Я никого не агрил. Не добивает, что ли? Нормально. О, магия. Понял. Так, Аден есть. Давай, давай, пинай его. Сёра поднимется потом сам. О-о-о. Магии нет. Магии, говорю, нету. Блин, он не бегает. Ну почему нельзя просто бегать? Почему здесь надо мордой к врагу стоять? Вот сейчас постоянно меняющаяся система координат, где центр — это враг. Броня еще кончится. Патронов-то у меня нет. Могу магии, могу топором. Но он все-таки сидя сейчас такие. Пусть учи довольно. Ага. Вот, нормально, ушатал. То есть мне приходится сейчас нажимать назад и в бок, и чтобы как-то вот по дуге от этого уйти. Я даже в сторону посмотреть не могу. Так, сейчас закинемся. Отлично. Погнали. Я ушатаю крокодил. Так, хорошо. Так, второй крокодил. Немножко магии. То, что у нас красить будет. Надо хоть теперь еще покрасить, а то у меня ресурсов накопилось. Ну что, в этот раз все хорошо. Ну вот, он прекрасно всех ушатал. Давайте, выходите с боевого режима. Все кончится. Как бы оно гнусно не смотрелось. О, это был воин. Что там у вас не кончилось, что ли, ничего? Или там второй этап переговоров? О-о-о-о. Вот это вовремя. Это хранитель, знаете ли. А у меня ни хренища нет. Не, делать что хотите, по-моему, к нему не пойду. Ну, это тентакли мне на морде не нравится. А знаете, что еще не нравится? То, что у него моя магия не жрет щиты. А я попробую жрать вот так. Поразительно. Смотрите, у него щиты не сносятся. У него сносится здоровье? Да ладно тебе, в меня стрелять. Я тебе что плохого сделал? Вот так. Так. Да блин, я не хочу к нему близко идти. Нормально, нормально. Примерзли. А что у него сейчас? Сейчас броня пошла, хотел бы я знать. Меня не трогай. Ага. Так, бутылек. Стоять. Мне кажется, без брони его сейчас уделают. По-моему, это игра в одни ворота. Замри. А все, ему брони больше нету. Лечилку. Союзники, вы пинать-то будете? У меня же магические батарейки не бесконечные. Сколько вы держать-то будет? А сколько будут держать? А, так у меня 19 бутыльков еще. Чай мухана. Замри еще.
Не ходи ко мне. Так, стоп. О, Курт надо реанимировать. Зелье. Оживляющий порошок. Курт, иди бей его. Я не некромант. Замри. Видит Курта? Он Курт где-то в тылу стоит. Фигней занимается. Ладно, половину хп убили. Очень нудный бой. Я так понимаю, этот моб, он должен был потом где-то вылезти. Промежуточная какая-то сцена пропущена просто, казалось. Чтобы он над разведчицей, или кто он там, над ней значок светится. Еще что-то должен был с ним поговорить. Так, не сработало. Да, магия такая штука, иногда не работает. На, вот тебе большую бабаху. Что-то большая бабаха ничего хорошего не сделала. Замри. Ну что, треть здоровья, но вы его добьете когда-нибудь, так всего будет поднимать. Оживляющий. Погнали. Зря что ли варил. Погнали. А ну не столько даже требует какого-то умения, а просто вот весьма нудно так стоит, удобно. Ближний бой требует умения, да. А вот такой дистанционный саппорт, он... Была винтовка, ушатали бы его в два раза быстрее. Почему-то в этой игре огнестрел круче мать. Эть. Не знаю, что с шаманом. У меня не было выбора. Он кусался. Ты храбро сражался, это было неизбежно. Наш хранитель потерял разум. Он не узнал своих детей и нравливал нас диких животных. А что вы удивляетесь? С ним случилось что-то очень плохое. Он выглядел странно, словно был болен или мухоморов переел. Хранители не болеют, это особенные существа. Но вы сами видели, что с ним было. Что ж, теперь хотя бы нападение прекратилось. Что вы тут делаете? Кто эти пришельцы? Шпионы? Им было поручено выяснить, что тут происходит. И они решили, что это мы. Почему вы еще здесь? Возвращайтесь на заставу. А, извините, мы сомневались, что вам можно доверять. Вы помогали этим людям. Ну, правда, когда послушались крики, к лагерю пришла эта огромная тварь. Тогда-то мы увидели, что он управляет животными. Ну, и вы поняли, что мы здесь ни при чем? Ну да, извините, нам пора на заставу. Ну что, все, разобрались, типа. Да, Рен, если мы их отпустим, они расскажут своему главному, где нас искать. А, и вы можете поклясться, что никто не узнает об этом лагере? А, вы убили чудовище, спасли наших товарищей. Может быть, и весь город, да, клянемся. Да блин, да все знают, где эта деревня, она здоровая. Если не ошибаюсь, в эту деревню мы приходили с целым отрядом, ну, правда, из другой фракции. Если найдешь того, кто это устроил, убей его. Ой, да я полострова вашего с удовольствием перебил бы уже, настолько оно мне надоело. Все сидят в позе ожидания и ждут, что вот придет главный герой и все им разрулит. А да, тут ничего с места не двигается. А, алтарь навыка. Вон там что ли? Пойдем. Вдруг игра затянется еще. А у меня навык будет. А, вон. Ну вот,
На что мы потратили серию? А серию мы потратили на войну с какой-то местной... С местным шаманским отродьем. Я туда же пробежать не могу через эту реку. С местным шаманским отродьем. Это совершенно местечковое занятие. Просто вот для сравнения масштабов, да, тут свергали верховных королей острова, там сажали на трон нового, с этим тем разбирались. Вроде как завязалась интрига с кузеном, который на самом деле, похоже, не кузен, а злобная хреновина сторонняя. И тут же мы наводим порядок между племенами. Ищем трех разведчиков. Действительно, кто еще найдет трех разведчиков, как не эмиссар Содружества? Никто. Три разведчика – это самое важное, что может быть сейчас на острове. Так, неоконченное письмо молодого разведчика. Меня определили в разведчики на столом в Магасваре. Блин, я уже их название произношу свободно. Блин, полгода уже прохожу. Служба здесь непростая, но ведь такие, что дух захватывает. Мне поручают важное задание. Видел бы ты, как крадусь среди деревьев в сторону леса и наблюдаю за дикарями, которые мешают окрестности. Ты бы не дописали. А не писать, пока ты следишь. И крадешься, словно лиса. Ладно, господа, наверное, на этом мы серию закончим. Ну, худо-бедно, а куда-то мы по квесту продвинулись. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Всего хорошего и до новых встреч.